Новости спорта. Молдавские пловцы удивляют весь мир. Без единого профессионального бассейна во всей стране они сумели на последнем международном чемпионате завоевать 17 медалей, 8 из которых золотые. После этого победного выступления нашей сборной в литовском Каунасе у двух спортсменок есть все шансы попасть на Олимпийские игры в Бразилии. Международный квалификационный турнир по плаванию в Каунасе собрал сборные 4 стран. В Литву приехали в том числе сильнейшие пловцы из соседней Латвии и Белоруссии. Это соревнование было ключом не только к Олимпиаде, но и к чемпионату Европы и Балканским играм. Наши пловцы показали один из лучших результатов. Первоначальной задачей тренеров было максимально приблизиться к олимпийским нормативам в начале сезона. И две спортсменки не просто приблизились, они выполнили этот норматив. Татьяна Салкуцана из Тирасполя и Алина Бульмак из Кишинева побили 2 рекорда Молдовы и могут претендовать на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в этом году. Всего республиканских рекордов пловцы установили за все 3 дня соревнований 10 – 7 взрослых и 3 юношеских. Помимо 8 золотых медалей, нашим пловцам удалось завоевать также 3 серебряных и 6 бронзовых. В соревнованиях участвовало почти 300 спортсменов. Отметим, на правом берегу Днестра не осталось ни одного 50-метрового бассейна для подготовки профессиональных пловцов. Все республиканские соревнования проводятся в Тирасполе.